Понятно. Прикинь, как я ее пролил. Или мою жену пролил. Понятно. У вас пролилось фломбактом какая-то. Нет. Да, нет, у вас пролилось только судами, я уверен. Какими неизвестно. Вот. А мы судимся по Турции, по Чечне. Ой, что там еще? Забыла. Он очень сами решите. Вот эти все афганские манеры, вот эти вот, смотрела. Вы понимаете, о чем речь идет? Речь идет о суде Магомара Рахматиля. Конкретно.